Накануне вечером на улице 10 лет октября мотоцикл сбил пешехода. 28-летний байкер наехал на 41-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. При этом за спиной водителя находилась еще 19-летняя пассажирка. После столкновения все трое оказались разбросанными по асфальту. По данным полиции, пилот Кавасаки был трезв. Как пишут в соцсетях очевидцы, мотоцикл летел со скоростью не менее 100 км в час. Также сообщается, что байкер головой ударился о столб, но его спасла каска. Спустя несколько минут на место аварии подъехало около 5 мотоциклистов поддержать товарища. В итоге врачи после осмотра отпустили водителя и пассажирку, а вот пешехода со множественными травмами увезли в больницу. В комментариях на новостных сайтах омичи пишут, что в городе пора вводить для мотоциклов так называемый комендантский час. Очевидно, что водители двухколесных машин выезжают ночью не по служебным и не срочным делам. При этом они нарушают права и свободы десятков тысяч других граждан, создавая угрозу жизни пешеходам и водителям, а также мешая спать отдыхающим омичам.